Без меня меня осудили. Бывшего главу Североуральска Юрия Фролова отправили в колонию заочно. По документам он уже начал мотать 9-летний срок. На деле же экс-мэр находится в бегах. Напомню, высокопоставленного чиновника осудили за взятку. Его и подельника, подчиненного Симоняна, взяли с поличным 2 года назад. Работники администрации требовали так называемый откат от предпринимателя, который по тендеру строил садики и ремонтировал школы в Североуральске. 900 тысяч с коммерсанта требовали за подписание акта выполненных работ. Теперь подчиненный Фролова отправится в колонию строгого режима на 8 лет, ну а сам бывший глава на 9, как только его разыщут.